Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня будет интересный веселый тест мега имбы на максималке. Я думаю, вы поняли, кто это. Я вам уже показал, как я качал, прокачивал. Это у нас будет не вот это, и не вот это, и не вот это, а вот это. Вот такая вот сборка, максимальная атака. Сразу, чтобы стартануть, победный Бугич и так, в принципе, офигенно бьет, но тут еще и крит у нас, и урон. Ну, в общем, все по максималке, все как всегда, как обычно, ремочка рунами, панчбокс. Панчбокс, вы знаете, что увеличивает атаку. Так что вот так вот. Вот такие вот дела. У нас сейчас будет просто все разлетаться, я чувствую. Поехали, начнем просто с рейдов, поищем противников без юнитов. Я надеюсь, такие будут. Мы сейчас долго, нудно будем искать без юнитов, конечно же. Но я думаю, мы найдем. Отлично. Вот ворожай там с водушкой, все дела. И только хлоп. И сразу, видите, минус. Сразу минуснули всех героев практически. Тут понятно, Фрейя будет дамажить. Но нереально просто выстоять против такого дамага. Просто герои улетают. Устаты, вы видите. 50 тысяч атаки, ребят. Вы даже себе не представляете, что он делает. Я тоже не представляю. Сейчас мы это все проверим. Так, ну давайте, кто там у нас? Ну нету, видите, нету Раст, блин, Анубиса не хочется выпускать. Потому что это будет не тот тест. Ух, отлично. Раз, два, три, герои Винвиз ушли. Вот так вот. Минус 5 героев он делает, то есть там с ресами. Без разницы, какие герои, ну вы сами все видите. Единственный вариант, я же говорю, от него это Смотритель. Заблокировать его, как-то попробовать. Но это Unreal. Сейчас Огник у нас спадет. А там Огник с психощитом. Но это тоже не спасло. То есть улетают все. Окей, поехали дальше. Поехали на аренку. Думаю, тут будет тоже интересно посмотреть. Майк. Сразу минус 4. Ну понятно, Фрей он не убьет никак. 2 миллиона жизни, ребят. 2 миллиона жизни. Это просто дофигища. Ну, тут я же говорю. Это новая имбушка у нас. Ну, я так пробегусь. Чтобы вы просто видели и понимали. То есть он убивает героев на ура. Давайте обновим. Ой, еще один такой же. Ну давайте. Бум. Да, это, конечно, жесть. Посмотрите, что он делает. Ну понятно, он тут выживать не будет, конечно, в такой сборке. Но все равно, это нереально. Нереально много дамага он наносит. Поехали на экспедицию. Уже интересно посмотреть. Сейчас соберем всех. Так, ну тут я думаю, тут будет просто вот так. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел Букич погулять. Сейчас быстренько дойдем до топа. Давайте даже сюда Минотаврика поставим. Я даже, знаете, я даже боюсь представить Минотавра сделать на максималке. Ну, смысла даже, наверное, нету его делать, потому что он будет просто там шотить все. Так, где мой Минотавр?
Сейчас мы просто ускорим этот весь процесс. Не понял, это что за дела? Можно, кстати, с огненькой потестировать. Другой вариант. Ну, я думаю, битва гильдий, награды пришли. Такс, 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 такс. Рекс, фекс, фекс. Че, куда мы идем вообще? Что мы делаем? Чем мы с вами чудим? Поехали. Раз, два, три, четыре, пять. Всех винвиз отправили 5. Есть. Ну, то есть вы понимаете, да, Минотавр тоже нереальный кайф. Так. Бум. Ну, пропадать будут они. Пропадать будут они. Поехали дальше. Я не знаю, я не знаю, или даже последние герои смогут выдержать. Ничего себе, Минотавр не добил, видели? Что-то там за ратуша такая будет. Так, ну тут у нас Фрейя, она сейчас нас будет мешать. Поехали дальше. Так, тут юниты нам это не интересно. Да блин, где вы этих юнитов понабирали? О, Хрон. Отлично. Сейчас посмотрим, сольется на Хроне или нет. На, ворожей. Бум. Практически, ребят, слился. 3 миллиона? 3 миллиона обратки? Вы шутите? Прикольно, да? Сам уходит винвиз, но сносит половину. Вот так вот. Жестко. Так, ладно, это все понятно. Поехали на следующего. Ну, видите, не можешь так пройти. Выкинул Минотавра, он ударил по земле. То есть в этом плане как бы разнообразия прохождения на сегодня очень много. Так, Фрейка есть, вижу. Сносит опять же всех. Так, тут у нас юнита, меня это не устраивает. Так, а тут можно запустить, в принципе. Ну, опять же, тут не все топовые. А, юниты есть. Не просадил некоторых? Да ладно. Странно. Так, ну поехали. Без вариантов вообще. А сейчас мало ударил. Ну, такое. В общем, вот так вот. Поехали дальше. Интересно на подземках посмотреть атакующий вариантик. Вот это самое интересное сейчас будет здесь. Если он, конечно же, сможет выжить. Но я думаю, сможет выжить. С такими жизнями. Так, смотрим. Смотрителя у нас нет. О, начались вообще, начал убивать. Плюс у нас, ребята, у нас ремка стоит.
принципе, это не максималка, 6 лямов. Ну, такое фрейка поинтереснее, мне кажется, била. 5. Ну, это чисто 9-й пакт. 4-3. Но фрейя бьет по одной цели. И там усилие. Сколько? Это мне показалось, или там реально только что было 19 лямов? Да ну нафиг. Походу было 19. Напишите в комментах, было ли 19 лямов. Ну, это было жестко. Сейчас мы немножко переделаем его. У нас ремка же действует не всегда, а 10 секунд. Поэтому толку нам от нее. Мы сейчас сюда поставим грубую силу. Вот так вот сделаем. Let's go. Let's go, baby. Покажи им класс. Смотрим. В общем, ждем прихода. В любом случае, он юнитов-то этих, то, ну, обычных героев сносить будет. А вот мне дальше. Что там, он уже кого-то укокошил? Походу, да. Ну, я надеюсь, на драконе мы хоть увидим максималочку сейчас. У дракона, по-моему, ну, в этих по 10 лямов он их будет выносить, понятно. Минус 25 лямов, ребят. Минус 25 лямов. Как вам? Как вам такое? Да там с руки, блин, такой удар. Просто жесть, он с плюшки выносит. Ну, давайте еще раз тест. Напишите в комментах, ну, по-моему, там жестко было. Смотрим за большим драконом. На нем просто более реально увидеть реальный его урон. Но если 25 лямов, то, блин, у него и с руки атака должна быть нехилая. Напишите, кто увидит, заметит. Как-то не очень удачно зашли. Давайте еще разок. Да уж, что я могу вам на это сказать? Так, ну Мессу я вижу, он сносит. Мне это интересно, самый большой дракон. Чтобы он его заатачил. Так, отлично, он ушел в другую сторону. Смотрим внимательно. Ну давай уже, дамаж. Да, ребят, минус 20, судя по всему, минус 25 лямов просто. Это просто жесть. Поехали. Самое интересное сейчас будет у нас забытое. Вот там мы его на максимум и протестим. Посмотрим, что он себя будет представлять сейчас. Ну, я думаю, это будет нереально жестко. Ставим ему ремочку. Ну, по сути, дракон, да, по-моему, 25 миллионов. Не 15, 25. Там реально дофига. Даже если 20... Все равно много. Так. Кто-то такой, фигайся, там пачка с 30-ми. Тут просто до свидания.
С руки он просто говорит «до свидос». Нереально. Интересно сейчас найти просто топовую пачку. О, вот какой-то есть, поехали. Посмотрите, что он там только огника оставил бы. Ну и реально, только один огник. Вот это все, что, потому что Анубис там резался уже. Он просто тупо вынес половину пачки. Офигеть. Но тут у меня 5 героев не так бьют, как он один. Вот это действительно имбушка. Кайф. Хороший герой. Мне он понравился уже. О, 30-ки против 20-ок, ребятушки. Ну, практически 20-ок. Ну, вот смотрите, у меня... Хотя ворожая, смотрю, сливают. Ну, все-таки 30-ки, как видите. Ворожай то слился, но толку. Сейчас лазуля просто с одного этого сляжет. Не, еще же, смотрите. Кстати, может сейчас и затащить. Если у него там ожив дофига. Не, не затащил. Райка зарешала. Так, ну на ком еще? Интересно, какого-то, блин, такого топа будет встретить. Кстати, на хроне. Ну на отражалке он по-любому должен убиваться с таким дамагом. Так, Фрея. Фрея его должна слить. Не? В принципе, тут панчбокс наносит очень много урона, там Фрея не особо прокачанная была. Ну, не знаю. По дамагу, я думаю, в команде это просто будет эпически. Вон там еще кто-то, ну, без... Там просто чисто жесть будет. Вогненку его запустить. Ой. Чтобы дев был и отражалка. Вообще без вариантов. Можно его тупо одного выпускать. Ну, по урону тут просто вопросов нет. Сейчас еще ради интереса пойду еще схожу, посмотрю на подземке. Но это реально интересно посмотреть на этом драконе. Давайте вот так сделаем. Что там, Роза, Фрея? Вот держится, смотрите, у них там отхила хватает. Там выживание, скорее всего, стоит. Все, минуснули Фрею. Красавчики. А вот Роза, посмотрите, как Роза держится. Фига себе. Жесткая, жесткая причем. Посмотрите, они ее не могут пробить. Посмотрите на этот урон. Она себя хилит, деф. Супер. Надо Розу тоже качнуть на максималку, посмотреть, что она сможет сделать. Мои 20-е прорывы не могут слить Розу? Да ладно. Жесть. Нифига себе. Вот вам и Роза, ребят. Скорее всего, дефный вариант какой-то. Ну, тут сейчас мы скажем. Бум-бум. Ну, Огник нас должен слить по-любому. Все остальные просто... То есть, Огник, Фрея — это реальные противники. И то... Это, знаете, как карта совпадет. Если совпадет с Огника и он ультанет, Огник тоже улетит. А вот вам, пожалуйста, доказательство того, что Огник просто шатанется. Супер.
Вот такие справы, малята. Что я могу вам сказать? Как по мне, реально герой стал просто мега, 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 мега нагибатор в плане дамага. Он и так был очень крутой. На прокачке на 20-м он нереально крут был. Но теперь с такими статами, с оживой, блин, ну я не знаю, как против него будут воевать. То есть вы понимаете, да? Будет на герое. Так. Где моя вся грубая сила? Музончик у нас закончился. Будут на герое. Ну, то есть он автопрокер, да, ульта сработает, плюс смотритель, вы ничего не сделаете. Какие бы у вас там прокачки не было, это нереально столько отхил, ну, столько дамага отбить. То есть, я не знаю, что будет дальше, но это просто нереально. Параметры героев просто, ну, нам их усилили. Для чего? Ну, то есть нет для этого никаких оснований, ни, ну, это бред просто по мне, это просто усилить, лишь бы усилить. Вот смотрите, смотрим опять на дракона. Может, нам получится увидеть урон с руки, либо хотя бы посмотрим по урону, сколько у него жизни. Ну вот 8 миллионов обычный удар. Та же самая Фрейя, только 5 целей. Мне просто интересно посмотреть хотя бы урон с руки по дракону, либо посмотреть, сколько реально у дракона жизни. Не увидим, то хотя бы зайдем. Или напишите в комментах, ну, по-моему. Да, ребят, там 20-25 лямов. 25 лямов жизни. Он его выносит с удара. Вот как-то так. Это как-то рандомно происходит, но все же, блин, это нереально очень много, как по мне. Что я могу вам сказать? Это просто аут. Ну, на восьмых сейчас нас просто... Его просто чпокнут. Как и всех моих героев, кроме там Фрейя. Хотя он нереально крут. Тут все герои. Ну, вот так вот. Все, пишите комменты, лайки, репостики. Ждите следующие прокачки. Пишите, кого хотите увидеть. Всем удачи, всем пока.